Вопросы развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ингушетии рассмотрели на рабочей встрече в Москве глава региона и глава компании «Россети» Андрей Рюмин. Обсудили реализацию программы повышения надежности электроснабжения потребителей республики до 2025 года. Ее мероприятие учитывает итоги проведенного ранее анализа сетей. Также включает в себя реконструкцию 18 линий электропередачи напряжением 35 и 110 кВт суммарно протяженностью более 270 км. Также на встрече были затронуты вопросы надежного электроснабжения культурно-массовых мероприятий, приуроченных к 30-летию возрождения Ингушетии. Так, в частности, «Россети» реконструируют три линии электропередачи в Сунжинском районе, где запланировано главное празднование юбилея.